дорогие друзья, вы на канале Первый Караван, меня зовут Марк, и сегодня у нас на обзоре домик от английского производителя Eldis в модели Avanta 524. Караван это 2008 года, стоимость его 999 тысяч рублей, и имеет он у нас две спальные зоны с раздельным санузлом в задней части, плюс уже установлен у нас мувер. Комплектация имеется. Начнем мы наш обзор с передней части. Это три раздельных окна, которые открываются по раздельности и имеют солнцезащитные шторки и москитные сетки, как и все остальные окна и люки в этом прицепе. Под этими окнами у нас находится классический рундук технического назначения для двух газовых баллонов максимальным объемом по 27 литров и остального каких-то ключей, запасного колеса и так далее. Прицепное устройство у нас здесь от производителя Winterhof с состоящим тормозом и колесом для лифтования прицепа. Караван имеет у нас две вилки по 7 пин. Одна идет у нас на работу фонарей наружных, то есть поворотников, габаритов и так далее. А вторая на поддержку работы холодильника на ходу 12 вольт, если вы преждевременно охладили его от газа, либо от сети 220, и на зарядку аккумулятора также на ходу от автомобиля. Если у вас в автомобиле 13 пин, то берется переходник из двух семерок в домике, в одну 13 у вас в авто, и все это функционирует. На этом в передней части у нас все, теперь пойдем посмотрим, что у нас с правой стороны. С правой стороны по ходу движения каравана в передней части у нас находится наружное подключение воды, то есть у вас в комплекте идет шланг с погружной помпой, вы его вставили в этот разъем и помпу, естественно, опустили в емкость с водой, которую вы просто поставили на землю возле домика. И он у вас оттуда забирает чистую воду. Здесь у нас находится выхлоп от бойлера при его работе от газа. Сверху у нас находится антенна для радио и окно, которое ведет у нас в переднюю часть с двумя диванами друг напротив друга. Ближе к оси мы также с этой стороны можем наблюдать мувер, то есть, опять же, напоминаю, что это у нас два электрических привода у колеса, и вы с пульта управляете домиком, как машиной на пульте управления, то есть зад-вперед, лево-право, чтобы где-то его запарковать. Далее идет у нас окно в центральной части над второй спальной зоной, о которой мы поговорим подробнее внутри. И третье окно с этой стороны у нас идет в санузел. Оно у нас уже с завода замонтировано, поэтому ничего сквозь него не видно. Под этим окном у нас идет, соответственно, рундук под кассету биотуалета, а над этим рундуком у нас находится заливная горловина в отдельный бак емкостью 10 литров для смыва туалета. На этом с правой стороны у нас все. Теперь пойдем посмотрим, что у нас сзади. В задней части окно у нас какое-либо отсутствует, что позволяет нам установить сюда велодержатель для двух либо трех велосипедов. Остальное здесь у нас все по стандарту. Это габаритные огни, поворотники и так далее, плюс рукоятки для ручной транспортировки прицепа. Теперь пойдем посмотрим, что у нас с левой стороны. С левой стороны по ходу движения каравана, приоритетно в задней части, у нас находится сама входная дверь, которая делится у нас на две части. Далее идет у нас решетки выхлопа от холодильника. Окно над кухонным блоком, над ним также есть освещение. То есть, если вы поставили палатку с этой стороны, у вас она будет со светом. Далее идет у нас рундук под аккумулятор. Вмещается туда аккумулятор емкостью 100 ампер-часов. Но, опять же, надо замерять рундук по размеру, потому что 100 ампер-часов могут различаться по тому же размеру. И там же у нас находится подключение сети домика 220, кабель, который идет у вас в комплекте. Чуть левее от этого рундука у нас идет уже наружная розетка 220. То есть, опять же, если вы поставили палатку со стороны входной двери, у вас всегда есть розетка. И в передней части с этой стороны у нас находится подключение газового гриля, либо плиты выносной. Заправить баллоны через тот вход не получится, он работает именно на подачу газа, а не на его прием. На этом с внешней части у нас все. Теперь давайте посмотрим, что у нас внутри. В передней части каравана у нас находятся классические два дивана друг напротив друга, которые можно использовать как обеденную зону, если мы достаем, допустим, маленький столик, либо установив сюда полноценный обеденный, который у нас сейчас спрятан в своей нише. Может это также являться и спальным местом, если мы достаем ламель по центру и укладываем боковые подушки непосредственно тоже в центр. Тумбочка это при желании убирается, и у нас получается полноценная кровать. Над этой зоной у нас также имеется тумбочки для хранения вещей без какого-либо технического назначения. И в одной из этих тумбочек у нас находится магнитола уже установленная, колонки у нас выведены по углам. По освещению это два угловых плафона и две лампочки по углам, которые у нас регулируются по направлению и включаются и выключаются отдельно. Естественно, освещение в этой зоне также предостаточно за счет обилия окон вокруг и люка 40 на 90 над моей головой. То есть он также открывается, имеет у нас москитную сетку и солнцезащитную штору.
На этом в этой зоне у нас все. Теперь давайте посмотрим на вторую спальную зону. Вторая спальная зона, которая у нас находится по центру, может быть использована так же, как обеденная, то есть это у нас два кресла друг напротив друга, и как спальная, то есть раскладывается снизу один ярус и выставляется второй. Более подробные фотографии, как все это выглядит, можно посмотреть на нашем сайте. Сверху над этой зоной также имеются тумбочки для хранения вещей и две лампочки, которые у нас добавляют здесь искусственного освещения. И на этом здесь, в принципе, все. Теперь давайте посмотрим на кухонный блок. Кухонный блок у нас находится в центральной части, напротив второй спальной зоны. Если вам надо использовать кухню, а кто-то в этой зоне отдыхает, она также у вас разделяется вот такой вот шторкой. Кухонный блок у нас состоит из плиты, на которой у нас имеется три газовые конфорки. Ниже у нас находится газовый гриль и газовый духовой шкаф. Далее идет у нас раковина. В ней уже лежит тот самый шланг с погружной помпой, о котором я говорил, снаружи для подключения воды. И под ним находится у нас холодильник от производителя Tedford на 80 литров с отдельной морозильной камерой, которая работает у нас от 220 либо от газа, либо от 12 вольт, он поддерживает температуру, опять же, от автомобиля. Над кухонным блоком у нас находится микроволновка, которая работает у нас только от сети 220. По сути, это все, что вы теряете в английском домике, если у вас нет сети. То есть все остальное оборудование может у вас полноценно функционировать от газа. Имеется также... Здесь у нас такая полочка, где уже установлены крепления под посуду. И здесь еще такая вот ниша, где можно установить телевизор. То есть здесь выведена уже TV-антенна и 12-вольтовая розетка. А под этой нишей также имеются дополнительные тумбочки. И под ним у нас находится основной блок отопления. Отапливается этот домик за счет раздува теплого воздуха. То есть это у нас производитель Трума отопления с раздувом по всему салону. Заходит даже в зону с санузлом. Работает опять же либо от газа, либо от 220. И над кухонным блоком у нас имеется еще принудительная вытяжка, которая работает у нас в трех режимах мощности и в двух режимах направления. То есть на вдув и на выдув. На этом в этой зоне у нас тоже все. Теперь давайте посмотрим, что у нас в санузле. Санузел здесь у нас раздельный, то есть это отдельно туалет и душевая кабина. Туалет от производителя Tedford, поворотный, чтобы вы могли более удобно разместиться, с электрическим смывом и индикатором заполнения. Душевая кабина здесь у нас выполнена в таком цилиндрическом исполнении. Закрывается она полукруглой стеклянной дверцей, имеет свое отдельное освещение, и душевая лейка здесь у нас регулируется именно по высоте. В центральной зоне потолка у нас имеется люк 40 на 40, который опять же открывается и имеет москитную сетку с солнцезащитной шторкой. И в центральной части у нас находится еще здесь умывальник с отдельным своим зеркалом и всякими нишами для хранения ванных принадлежностей, то есть сверху и снизу. И по классике англичан здесь у нас находится шкаф для вещей, то есть уже с установленной штангой внутри для вешалок. И здесь же находится ниша, опять же, полноценного обеденного стола, о котором я говорил вам в передней части. На этом здесь у нас все, теперь давайте подводить итоги. Итак, друзья, сейчас мы посмотрели с вами на еще один караван у нас на площадке, опять же, от английского производителя Eldis, модели Avante 524. Напоминаю, что домик это 2008 года, имеет две полноценные спальные зоны и раздельный санузел в задней части. Полная его стоимость 999 тысяч рублей. Также в комплекте у него уже установлен мувер. На момент публикации данного видеоролика домик находится у нас на площадке по адресу город Санкт-Петербург, Янина 1, улица Шоссейная 50А. Этот и другие актуальные предложения можно отследить на нашем сайте, либо в инстаграм-аккаунте, ссылка на который будет под этим роликом. Ну а на этом все, друзья. Спасибо за просмотр. Приезжайте и посмотрите этот и другие модели воочию. Всего доброго. Путешествуйте.